Тверичане смогут рассказать о подвиге своих предков в годы Великой Отечественной войны и создать стену памяти. В преддверии 75-летия Победы муб-дирекция парков проводит акцию. На электронную почту gorsa.tver@bk.ru с пометкой 9 мая каждый желающий может отправить фотографию своего воевавшего родственника и описание его истории. Информация будет опубликована 9 мая. В парке Победы появится стена памяти, где можно будет найти фото и историю о тверичанах, защищавших свою страну. Мы призываем вас помнить историю Великой Победы и подвига народа-победителя. Письма мы будем принимать с 20 марта по 25 апреля. Давайте вместе расскажем новым поколениям о подвигах наших бабушек и дедушек.